адресу, ребята, по адресу. Давайте,
Вот, я хочу ее продать и заработать много денег. Запомните, на Колыме много, не заработаете. И вообще, мальчики бывают разные. Например, мальчик пальчик, мальчишки, мальчишки. Мальчик юный барабанщик, он же Павлик Морозов, кругач профессионал. И вообще, все великие люди когда-то, ну, каждый по-разному, тоже были мальчиками. Вот я в детстве носил колготки. Вот если бы ты сейчас, то я бы на тебя посмотрел. Еще бы, тогда бы на меня все посмотрели. Мальчики еще не очень долго. Вот и залез в лоб, однажды залез под стол и вылез! Не думаешь, что ты говоришь? Мне не помешал, иди со своим глазом. Пришка, банка ты базар взял. Приставал, не приставал. Сучка, надоело? А, дай ему, иди, говори. Базаров! Нет! Мужики, вот вы здесь орете, а кое-кто, например, шахтеры, воскуют из забоев отказываются подниматься. Вы бы нефтяники их поддержали. Вот только в скважину пролезть не можно. А первый телеграмм воскующих шахтеров послал еще Пушкин. Она звучит примерно так. Немного терпения, и можно сделать великие открытия. Как тот чекал, открыл для нас страну ума и пора. Хотя всю жизнь искал двух людей. И хорошо, что я не нашел. Почему? Потому что это такая гадость, курить индийский чай. Да что там Индия, да я приехал в Азию. Первый уж мой познакомился с сибирскими бородами и с сибирскими девушками. Ничто! Никакой разницы! Нет, девушка не нужна по-другому! Вот смотри! А чего только не напишут? Вот, пожалуйста, курица это не птица, женщина это не женщина, мужчина это не мужчина. Но вот какие новости пишут газеты в районе Семипалатинского полигона. Почему генералы просят папаху? Редакция отвечает, потому что издалека папаха похожа на мозги. Хотите похудеть? Хотите меня? Да? Да? Вы лучше других справляетесь с жиром. А на что похожа наша следующая реклама? Покупайте сборники в наследии Ивана Сергеевича Тургенева. Приключение вашего шика в боликах. Ну, обращает. Ему спасает президента. Золотом ему. Ему секретный агент. Охота ему. Спрашивайте в киосках Роспечати. А на этой сцене встречайте команду КВН «Сибирский экспресс».
самого ништяк вообще. Хорошо приехать в Сочи! Увидеть море и не искупаться! Вообще, мы с вашими людьми. А мы купали. Так и не познакомимся. Забиться! И не... Да и меня что-то в вашем поезде укачало. Пойду вздремну. Ну ты хоть придешь. Приду. Сейчас его в лифте укачает. Да, действительно в городе Сочи темные ночи. Я вчера половину городских подвалов облазил, пока метро искал. Так сука же нет, метро. Ё-моё! А на чем же я добрался? Да о чем вы говорите? Давайте поговорим лучше о... Об девушке. А что у тебя шпальник? Да ничего. Это я вчера с трамбонисткой. Ну и что? Полчаса продула гадина. Смотрит, за что ему только деньги платят? Да кто он вообще такой? Здравствуйте!
пока нам верят, надо уходить. Принял и одобрил 9-ю симфонию Бетховена.
Вчера в Боливии расстреляли министра Курду. Автор таблицы Менделеева. По горизонтали или по вертикали? По горизонтали. По горизонтали не знаю. Автор теории относителя. 7 букв. 15. Ага. Не помещается. Пиши маленькими буквами. Обветилась. Даже места осталось. Добавь Эдуард. Послушайте прогноз погоды на завтра. В Грузии плюс 11 градусов тепла. В Азербайджане плюс 12 градусов тепла. В Армении плюс 13. Того. В Закавказье плюс 36 градусов. Папа, познакомься, это мой друг Свияк. Мы вместе с ним идем на футбол. Кобзон, последний тур. А машины?
помоги. А мне, да, а помоги для интеллектуала. А мне нравится БМВ, куда ты за рулем? А мне наоборот. Почему? А я смелый, необразованный мазохист. Кстати, давно хотел у вас спросить, а сможет ли казак переплыть Черное море? Батарейка Дюрацел и казак переплывет. Разрешите представиться, рядовой интезит. Ну, значит, прослужишь долго. Докладываю, по данным аэрофлотсъемки, наш отец Китай занимает 3-е место в мире по производству пива. Нет! 2-е место в мире по производству китайской лапши. Нет! И 1-е по производству Китая. Владимир Вольфович, а правда ли то, что Борис Моисеев недавно вступил в ЛДПР и тем самым отдал вам свой голос? Однозначно я сказал. Да что, Жириновский, лично я познакомлюсь с привлекательной девушкой или юношей. А тебе привлекательный юноша или девушка? Да, Пикарна, да. А что вы говорите своей любимой, когда остаетесь с ней наедине? Я. А вы? Любимая, я подарю тебе эту звезду. Светом не древним будет она зарять нам путь в бесконечность. Я поведу тебя к самому краю вселенной и там столкну пропасть. Намаялись мы тут у вас, дочь, в другом горе. Ходишь то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А ведь мы, казахи, привыкли, чтоб все было ровно. Вышел жених.
предлагаю наш мальчишник считать открытым. Это банки, интересно. Сейчас остановимся в отеле. Я умоляю вас не орать и вести себя культурно. Эй, бабка, как пройти в дом колхозника? Действительно, вы мне лучше про своих невест расскажите. У меня невеста на ферме работает. Ни свет, ни заря, уходит. Ни свет, ни заря, приходит. А кто такая? Как звать? Ну, любому понятно, что ты вмешан на любовь. У меня тоже была одна. Бывало в обед заскочит. Стакан хряпнет, сапогами до стены соцветит. И на ура! Ну а что ты у нас, красавчик? Я... По милосердству, Господи, обо мне речь! Я вот фотографию своей будущей жены всегда с тобой ношу. А чё не чё? Хороша девка. Так это ж мужик. Нет, нет, нет. Вот ты напугал! Это ж не жена! Да. Сестра! Ребята, ну у нас мальчишник, самое время расслабиться! Лучше всего расслабляет рыбалка. Вот я как раз соседним компьютером инспектором подрывал. Был такой случай. Значит, забросил я первый раз в небо. И нашел. Забросил я второй раз небо. Опять не нашел. На третий раз и уместно. Начал небо воду бросать. И поймал таки золотую рыбку. И молвит мне рыбка старческим голосом. Дорогие товарищи. Ну тихо, тихо. Сейчас должен выйти на связь наш разведчик, которого мы к невестам на девичник заслали. А вот и он! Ну как там на девичнике? Весь вечер танцевали. Меня выбрали королевой бала. А завтра, завтра я выхожу замуж. Да ты что, Юра? Ты ж мужик. Ты ж наш. Да, я ваш. Mm-hmm.
мечта. Расправим мне жалобами. Когда медленно и величаво гонит дом. И мы! И мы!